فکرتون چو سیمو زداری و فرمانت شوان بی سبر و زور زور در قید زندانت شوان گر زنی خنجر بزنینم غیرتم را با. У тебя есть сила и богатство, но не думай, что я буду твоим рабом. Я не покорюсь, даже если ты пронзишь меня трезубцем. Сегодня день Навруза, все радуются, а моя страна разрушена. Что случилось? Зачем к нам пришли волки и отняли у меня последний кусок хлеба? Почему моя свободная земля стала для них добычей? روز نوروز از خدا جان ملک ما ویران شده روز نوروز از خدا جان ملک ما ویران شده آسمان این جهنم بر سرم زندان شده بر سرم زندان شده خدایان خود به دست خود خراب کردن تو را بی گناهان را چی آسان از برد کردن جدا بی گناهان را چی آسان از برد کردن جدا Вон стоит, на самой вершине, с автоматом. Флаг развивается до небес. Кулаком мне грозит. На, посмотри. Ну что, видишь советского? Не вижу. Ну-ка, уйди-ка. Где тут советский? Спрашивает, сколько еще русских осталось на свете. На твой век хватит. И ты не видишь? Нет, не вижу. Да вон же, смотри, вон, на самом краю стоит. Не вижу, не вижу. Я ни черта. Но они же там есть. А, да, да, я понял, понял, понял. Ладно, сворачиваемся. Поехали на стрельбище. Дайте ему гранатомет. Иди стреляй. Молодец. That's great. Высокий класс. Фотографию он мне даст? Спрашивает фотографию. Дашь ему? Дам. Спроси его. Он стрелял по-русски? Не стрелял по-советски.
Стрелял. Нам никто не нужен. Стрелял, говорит. Им никто не нужен. Инженерная разведка донесла, что вот здесь они собираются наводить мост. Колонна пойдет завтра. Взорвав мост, мы лишим ее маневренности. В таком положении легче уничтожить. Как? У объекта будет находиться группа прикрытия. Другая группа прорвется к мосту перед подходом к колонне. Во время взрыва я буду находиться здесь, а ты вот здесь. Ударная группа ждет подхода машин, и на них штурмует мост. Надо успеть, пока они не окопались, иначе их не взять. Взрывать будем по радио. И вот все это ты должен снять. А как вы потащите машины через горы? Мы пойдем на советских машинах. Вот снимешь, и через пару дней будешь дома. А ты? Я чуть позже. Надоело? Вот так. Вот так, как говорят русские. There, shoot that Russian. No need going anywhere. Shoot that Russian, yes. Вон, снимай русского. И ходить никуда не надо. Такой русский мне и даром не нужен. Сколько человек в каждой группе? Тагап возьмет восьмерых, со мной пойдут семеро. И шесть носильщиков до машин. И вас трое. А кто будет колонну долбать? Мое дело остановить ее. Ты готов? Да. Аллаху Акбар. Русские, быстрее выходите. Басмачи идут. Вон они, на горе. С горы стреляли. Отрываться надо. Thank you.
Далеко еще? Часа два. Пошли. Вас понял. Товарищ подполковник, нитка на связи. Понял. Внимание! Всем доложить о готовности к движению. Вас понял. Первый, второй, третий. При нападении на колонну принять все меры к отражению. Вас понял. 342-й. Доложить о готовности. Понял. Внимание, я Сорока. Вперед! Не плачь ты! Спишут! Армия не такое списывает. Эй, Ельчипей! Ну ты едешь или нет? Ну как мне ехать? На мне 20 тонн груза. Две бутылки. Электростанция. Соображаешь? С меня душу вынут. Дождусь военных. Все. Бытовки оставь духом под красный уголок. Останемся здесь, они из нас быстро шашлыков наделают. Ну что? Дождался военных? Подожди!
Все, хана мне. Прибьет полковник за бытовки. Всю жизнь платить буду. Зачем платить? Можно и отсидеть. С третьего поста. Слушаю. 01, я 2. Вижу две коробочки. По-моему, это те геологи. Понял. Тебе что, жить надоело? Ну, давай быстро права. Гуме! О! Холера, ясно! Ты как здесь оказался? 10 дней стояли, километров 20 отсюда. Этой ночью двух еб стреляли. А почему без брони? Афганская охрана была. Ушла вместе с броней. В каком месте обстреляли-то? Вот здесь. Здесь? Ага. Здесь никогда не били. Не били. Вот так на Кабул надо. На Кабул. Ладно, подожди. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну что, не пускают? Сейчас. Поедем. Чебаков! Да. Собирайся. Домой поедешь. Серега! Чебак, домой уезжаю! Вы сейчас на Кабул? На Кабул, на Кабул. Письма возьмете? Возьмем. Давай, тащи, бегом. Ну что? Короче, с вами так. Карту достань. Вот смотри, вы доходите до этого места, здесь сворачиваете направо, здесь слева мост взорван. По дороге едете до трассы, там ждете колонну. И вместе на Кабул. Ясно? Ясно. Захватите одного моего гвардейца. Ему замена уже пришла. Дембелей хотели вертушкой собрать, да что-то не вышло. Он даже не до Кабула поедет. Полчке спрыгнет. Чебаков! Прощайся быстрее! У вас что-нибудь пожрать найдется? Пошарка в кузове. А то у нас одни сухари остались. Уже всю эмаль на зубах этими сухарями стерли. Ну давай. Ну пока. Счастливо, дружище.
Пиши, как там в Союзе у нас. Серега, давай быстрее! Чебак уезжает! Варанов есть не приходилось? Приходилось. И варанов, и собак. В кишлак-то не ходите? Ходим за водой. Давай. Держи. Вот. Счастливо. Прапорщик, пишите письма. Будь здоров. Пока. До побачення, куме! Я Корона. Передай на ул. Прошли две коробочки с геологами. Ночью их обстреляли. Смотри по картинке. 16-12-9. 16-12-9. Идут на Кабул. Сними мой карандаш. Что-то мешок у тебя больно тощий. А у меня все в полку. Здесь так, мелочи. А сюда как попал? Добровольцем? Добровольцем. В учебке анкету заполняли. Вопрос был, хотите ли служить за границей. Весь взвод написал нет. Ну и все здесь оказались. Награды есть? Да есть. А вы давно из Союза? 3 месяца. Ну и как там? Сам увидишь. А говорят еще, лишь бы войны не было. Говорят, наверное. Он спрашивает, у вас есть такие? Есть, черепаха называется. Только они у нас большие в воде живут. У них в воде живут. В воде? В воде, говорит.
А, я понял. Это лягушки, которые живут в воде. Маленькие-маленькие такие. Да нет, вот такие даже бывают. Не лягушки, а черепахи. Такие же, как это, только большие. Большие! Он спрашивает, Харпуштаки, у вас есть колючие такие? Верблюжьи колючки, что ли? Да нет, вот который идет по земле, да? Зверь такой, змей кушает. А, ежик. О, да, да. Есть у вас ежики? Есть. Как по-вашему будет ежик? Харпуштак. Советских живыми распиливают на пепельнице. Кого, ежиков? Да нет, черепах. Духи. Давай, давай. Домой, на родину. Вот суки, что делают. Ничего, Толя. Главное, чтобы войны не было. Не жалеешь, что поехал? А? Да я бы отсюда хоть на осле уехал бы. Лишь бы не в цинковом гробу и не грузом 300. Ах, Толян, все мы груз 300. Кто в голову, кто в душу. Весь Союз груз 300. Ну что замолчал ты? А что говорить-то? Ехать нельзя? Нет. А где вода здесь? Не был я здесь ни разу. Не останавливай.
Сейчас закипим. Воды надо срочно. Так він тобі скаже про воду. Давай, ребятки, пошли быстрее, быстрее, быстрее. Thank you.
Иди сюда, товарищ. Стой тихо. Дома быть хочешь? И он будет жить. Что надо? Ехать надо. Поезжай, в чем же дело? Нет, голосовать не будем. И ты не поедешь, дорогой товарищ. Едем. Ура, Сарбиде! Отпусти его. Солдата не трогайте. Он прав. Солдата в кузов.
дернешься. Убью. Рад, что свернули. Сергач, где это? Весь Советский Союз. Шуравиля, беги. Держи русского. Лежи, собака. Что там?
все в порядке. Скотина. Воздух 2. Проверь пятый квадрат. Что-то зеленое там замолчали. Понял. Пошел. Посадку в районе 31 квадрат 42. Вас понял. 141, прикроешь меня? Всем сидеть. Выходи. Я 03. В районе кишлака появилась керосинка. Как поняли, прием? Вас понял. До связи.
Прием. Пиала. Я Пиала 2. До моста 3 километра. Мы на подходе. Ждать. Лоун! Заряжай. Садись в первую. Поехали. Тринадцатый, я 03. Товарищ лейтенант, 03 на связи. Ноль третий, я 13. На подходе к кишлаку вижу батёвский автобус, людей нет. Понял. Зайцев! Я. Иди сюда. У кишлака какой-то автобус встал. Сгоняй-ка, проверь. Если что, столкни с дороги. Давай, двигай. Ясно. Ау! 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 Я на линии! Отправил коробочку в кишлак! Как понял? Отправил коробочку в кишлак! Прием! Давай быстрее, а то замена закосят. Успеем. Пиала, к нам идет советский транспортер. Уводите его от моста и начинайте.
Ага. Мост тебе нужен. Они воюют с вами. У вас Ленин. У них пророк. Ты за этих, я за тех. Умей проигрывать. Англичане ушли, и вы уйдете. А вы останетесь. Останемся. Огонь. Безан Белара. Бью по бочке. Обгоняй. Обгоняй. Thank you.
Леха, там долго! Helikopter! Мы на helikopter! Включаем оружие. Экипаж приготовится. Атака! Пиона. Ни к чему декорация фраз. Кто сказал, что мужчины не плачут? Кто сказал, пусть посмотрит на нас? К черту аплодисменты пустые. Я прошу тишины, тишины. Это мы говорим, те живые, кто вернулся с последней войны. Он теперь даже ближе, сквозь разящую память года. Кто сказал, время раны залижет? Я же знаю, что это не так. Третьим тостом друзей поминая, мы традициям старым верны. До сих пор из зубов ковыряем гниловатое мясо войны. На войне, как на грязной работе, есть приказ и не сметь обсуждать. Парни, Родина вас не забудет. Помню, кто-то любил повторять. Не забыла она, это точно. И рука у комбата щедра. В наших ранах души кровоточной
как заплаты блестят ордена, как за чьи-то грехи наказанье наш чудовищный жребий таков под красивым и гордым названием интернациональных долгов. Кто кому задолжал, объясните, мне ответ не найти никогда. На сидеющих женщин взгляните, им-то кто долг сыновний отдаст? Им пособие в знак утешения, барельефы взамен сыновей. Значит, нет и не будет прощения этой страшной ненужной войне. Пусть за все перед нами ответят те, кого прокляли на века, те, кто выдумал мир у соседей защищать с автоматом в руках. Я на ветер слова не истрачу, ни к чему декорация фраз. Кто сказал, что мужчины не плачут? Кто сказал, пусть посмотрит на нас? К черту аплодисменты пустые, я прошу тишины, тишины. Это мы говорим, те живые, кто вернулся с последней войны. Кто вернулся с последней войны?